Начнем, наверное, с кратких итогов сегодняшнего матча. Достаточно убедительная по счету победа. Какая она была со льда? Хорошая победа, уверенная. Выполнили установку. Все по делу. Долго не удалось забить. Сегодня снова отличился. Насколько все-таки это очень важно, положительно в том, что в плане прервать такую удачную серию? Ну, конечно, всегда хотелось забить. Были моменты, в принципе, в каждом матче. Просто не удавалось реализовать. Сегодня реализовал, были еще моменты. Ну ничего, надеюсь, буду забивать дальше. Иван, как только журналисты спрашивают вас о заброшенных шайбах, вы сразу забиваете. Скажите, это совпадение или нет? Почаще у меня можете спрашивать теперь? Постоянно, чтобы я забивал. Иван, есть очень важный вопрос. Как вообще относитесь к своим заброшенным шайбам, результативность? Плохая результативность, надо улучшать. Надеюсь, что в следующем матче забью.